Возвращаясь к отчету губернатора и копилке областных достижений, туда можно было бы добавить новый рыбоперерабатывающий комплекс. Он открылся в Услуге на минувшей неделе. Предприятие заработало в помещениях старого рыбокомбината, закрытого еще в 2007 году. Сейчас здесь ежедневно готовы перерабатывать до 50 тонн рыбы. Мы отгружаем в бункер рыбу. Она у нас по транспортеру поступает в морозильные камеры. Здесь мы ее замораживаем, после чего она у нас поступает в холодильники, а потом отправляем потребителям. Сейчас предприятие своими рыболовецкими судами добывает кильку и салаку. Траулеры отправляются на промысел каждый день. Реализовывать товар планируют в Ленинградской области и ближайших регионах. Рыба непосредственно живая поступает сюда и проходит вот этот цикл сортировки, переработки, заморозки и доставки ее до покупателя. Время значительно уменьшилось, поэтому сегодня это в первую очередь делается и для покупателя, чтобы сегодня эта рыба была здесь. Замороженные брикеты будут отправлять либо в продажу, либо дальше на переработку в консервы. Когда в Услуге запустят вторую очередь рыбокомплекса, здесь появятся цеха и по глубокой заморозке, и свое производство полуфабрикатов.